правым флангом Валенсия идет вперед, навес. И посмотрите, какой момент, и счет в матче открыт. И защитники. Не было никого, действительно. За спиной оказался у Пике Пьяти. Маленький Вальдес, правда, наверное, мог бы на выходе как-то сыграть по 4 по 2010 год. Давид Вилья теперь играет в Барсе, но Давид Вилья надолго выбыл. Месси должен забивать, конечно, 1-1. Да, ну так дарить мяч Лео Месси, еще раз, в принципе, ничто не предвещало. Да, прострельная передача, но уж очень неаккуратный. И Абидаль, прекрасный пас Месси. Нет, вратарь не забрал мяч. Казалось, что уже все. Казалось, он его держит в своих руках. Опять в две передачи вскрыли все. Нужен более круг. Вот здесь, наверное, будет видно. Примерно таким образом. Еще одна атака. И выход 1-1. Вот здесь уже выручает Месси. Ну что, сейчас хет-трик может быть. Месси, Месси! Как волны просто. Вспомните, когда мы последний раз Вальдеса видели в игре. Правильнее. А может, он и будет сейчас. Перекладина пока что спасла. После удара Сеска. Барселона создает. И опять нет положения вне игры. Опять защита Валенсии. Сильные, солидные команды стараются таких моментов не допускать. Но затем все в одну сторону было, как и сейчас. Продолжается, судя по всему. Рикардо Кошта вышел вместо получившего травму Мигела. А вот сейчас, я смотрю, уже и Кошта-то нет. Удар в дальний угол. Так и есть. Пуёль на газоне. Удар Иньесты. Близко к своему предельному уровню. Подача Месси. Перекладина отняла у него хет-трикс. Но здесь опять вратарь выручил. Просто гениальный какой-то матч играет Диего Лопес. Надеюсь, что Валенсия не будет вести себя так, как Чезора. Сеск, пас на свободное. Можно сделать здесь третий гол. Удар, еще удар Сеска. Тина Коста. Наконец-то Валенсия пришла к чужой штрафной. И удар, и Пике отправляет мяч. Не ценой возможной потери игрока. Телья, ох, как хорошо он обыграл. Еще удар, и Месси делает хет-трик. Но это должно было случиться. Просто по теории вероятности. И даже то, что Барселона Месси до двукратного чемпиона мира еще пылить и пылить. Но, с другой стороны, все-таки сравнивать звания чемпионов мира в футболе и в автоспорте нельзя. А если брать понятие «лучший гонщик», то, конечно, Месси действительно лучше, может быть, не три года подряд, но все-таки лучше. Третий мяч его сегодня встречный. Месси. Три защитника вокруг него, но уже слишком нагло пожурил себя Месси. Пас на Тельо. Надо забивать просто четвертый гол. Тельо не справляется с этой задачей. Такого футбольного. Месси стартует. Пас. Выход, будет покер, Лео Месси, 4-1. Вот это, конечно, матч короля настоящий. На самом деле, очень похоже было на хоккей. Месси, наверное, и понятия не имеет о том, что такой вид спорта существует. Ну, кроме завершающего уже действия. А убегал-то так чисто в хоккейном варианте. Лео, ну и центр Валенсия. Посмотрите, как фланги, на самом деле, у нее плохо. Пятый. 5-1. Как плохо у нее работают фланги. Внешней стороной стопы просто перекинул мяч через вратаря. Здесь Адиль Рами.
разгружал вагоны своей штрафной.